Под обаяние конструкторов Лего попадает все большее число людей в разных странах. Тому свидетельство Леголенд, страна Лего, построенная в Дании. Продолжает расти число увлеченных и в нашем городе. В этом смогли убедиться все, кто побывал в субботний день на станции юных техников. У меня такая база, которая обнаруживает пришельцев из космоса. Я тоже увлекаюсь Лего. У меня есть 3 журнала Лего-самоделки. Здесь у нас проходит городской конкурс «Лего». В мире «Лего» называется. Значит, у нас здесь ребята из разных школ пришли, команды, которые между собой соревнуются. Это соревнование проходит на 3-м этаже. А здесь на 1-м этаже у нас гости. Они тоже принимают участие в различных конкурсах, зарабатывают жетоны. А потом эти жетоны можно обменять на те товары, которые у нас есть в нашем магазине. Мы задумали построить это... Вот это вот, Empire State Building, уменьшенных... Нет, Empire State Building, вот он представлен, это тоже из Лего, а рухнули это торговые центры, а это он еще как бы в целости и сохранности. Это миниатюрная модель вот этого Empire State Building. Мы решили как бы сделать... несколько великих зданий, вот, чтобы в нашем парке было несколько великих зданий, которые вот есть в мире. Дети примерно от 1,5 лет, когда уже хорошо различают цвет и форму, начинают с лего-дупла. Следующая стадия увлечения – лего-систем. Эти наборы позволяют возводить различные строения, причем технология этого строительства весьма напоминает настоящую. Ну а для самых настойчивых существует лего-техникс. Говорят, на этом уровне не грех позаниматься и некоторым инженером, так как создавать движущиеся конструкции – занятие весьма нелегкое. У нас будет в основном мальчики. Как бы мы изучаем профессии, мы изучаем конструкции машин. Они сами воспроизводят, сами фантазируют. Сначала они это прорисовывают, а затем с рисунка они уже воспроизводят это в конструкторе. Через рисунок. Для рисунок нужен для того, чтобы закончить мысль. Затем мы это все конструируем из конструктора. Машины мы, конечно, испробуем на прочность. Нашу конструкцию можно сломать, нашу конструкцию можно заново сделать. И за сломанную конструкцию никто не заругает. Там было задание построить здание будущего. Вот там в областном конкурсе, это был город Свердловск. И вот сейчас нет, он в другой команде, мальчик Рома, он завоевал 2-е место. А вот лично у меня был приз за оригинальность, я построил театр. Вот, один-единственный вот, построил здание, связанное с культурой. Цель всего этого – привлечь внимание наших ребят к конструктору, значит, к тому, что... В городе есть такое объединение, которое занимается профессионально этими конструкторами. Ни один мальчишка никогда не превратится в мужчину, если не научится работать руками. И конструктор Лего – это первая начальная ступенька очень трудного, очень долгого, но такого интересного пути настоящего мастера «Золотые руки».